быть, бывали моменты сожаления о выбранном пути? Никогда. Угу. На самом деле человек может заниматься чем угодно и найти себя в чем угодно, я в этом абсолютно уверена. И, ну, скажем, мой путь, я всегда мечтала заниматься мозгом и математическим кодом мозга, влиянием музыки на разные структуры мозга. И это меня привело в медицину, а не какие-то другие соображения. И, собственно говоря, весь путь в этом направлении развивался. В общем, все, жизнь свои условия какие-то создавала, но в этих условиях все равно человек находит то, что его интересует. Вот то, что могу сказать.